Ну что, первое кормление. Ну, не факт, что будет. Только приехал. Ну. Ням-ням. Скажи, нифига. Ну. Не, мы так с тобой не сработаемся. На. У меня все хорошо кушают. Что это такое? Ну-ка. Ой, какой голосок-то у нас, ёб твою мать. Тебе надо к моим крокодилам. Они тебя быстро научат есть. О, один зашел. Ну ты хоть встань ради приличия. У нас обычно стоя кушают. Не знаю, как те люди, какое имя выберут. А я даже пока не знаю. Но... Ты посмотри вон туда. Вон, посмотри. Это голодные овчарки. Они сожрут вмигом. Давай. Сам. Ну. Че, у тебя сил нету? Ну давай, давай. Вот. Набирайся сил, настроение. О, пошло по трубам. Ура, заработало. Надо было смазать горлышко, наверное. Распробовал? Ядрить, мадрить. Но у нас есть минус. У нас ночью комары. Так что имей в виду, тебя будут кусать. О, 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 неужто встали? Что-то мне твоя голова не нравится, как будто здесь травма какая-то. Сейчас нужно будет еще осмотреть. Кушай, кушай. Ой. Но ты не траву жри, ты вот жри. Смотри, как вкусно. Потом рыба будет вкусная. Ладно, отходи. Много от тебя сейчас не требуется. Кушать и какать — это все твои обязанности.